после 9 числа, ну что увидели? Что те сотрудники ОМОН, которые каждый день тренируются, каждый день имеют питание за наш счет, они себя показали как, ну, я не буду выражаться как, да, они себя показали как 4 человека за дедушкой и дубинкой ему по голове. Неважно. Было и 5, и 6, но одного. Это не важно. Те бравые мускулы, которые были на фоне черной формы, те бравые мускулы, которые были на фоне ринга, на боях, где они побеждали там друг друга, да, оказалось, это дохлые щеглы, извините выражение, которые нападали на школьников, на детей, позорище, и на женщин. Какой вывод мы делаем? Это просто. Мы платили налоги для того, чтобы это все делалось для одного человека. И в итоге мы сюда увидели, что народ оказался тем, что просто его использовали. И когда народ вышел на мирные протесты, мы получили удар в спину. Я же его и сюда получил удар. И сейчас пострадали 6700 на данный момент. Это такая, опять же, что информация не подтвержденная. Вот. Поэтому пускай теперь эти ОМОНовцы извиняются и пускай теперь сдают значки свои, в мусор их кладут. Вот. И заново пускай устраиваются с извинениями на работу. Нет, новая власть. По трибуналу их надо. Они нужны по большое количество. Вот. А те, кто попался, мирно, те, кто попался на фотографии с этой дубинкой, им трибунал. Пускай каждый спросит, в том числе руководство МВД. Теперь. Почему все это произошло в нашей стране? Как все мы знаем, да? Даже до 9 августа мы все шли с миром, мы все шли, пришли на выборы с цветами, там, с букетами, с белыми лентами, с красными лентами, неважно. То есть у нас у всех была цель. Эта цель была мирного народа Беларуси. Никакого влияния внешнего на нас здесь не повлияло. Вот, мы все живем в Беларуси, мы работаем для Республики Беларусь. Оказалось, что наш выбор, который был сделан в бюллетене, он не посчитался, да? Кто не посчитал? Мы же сами не посчитали. И мы же сами виноваты. Это те пару человек, которые сидели там в комиссии, подписали вонючие протоколы, которые даже большие, не вякнули ничего. Они получили за 500 рублей, 1000 рублей. Нас не допустили просто на эти не важно. Потом еще отбили вас. Вы на улице пришли. И оплатят им посреди. На улице люди сидели, их забирала милиция. Всех просто нет. Так. Вы обратились на улицу? Я узнавала, как это сделать. Вы обратили? На данный момент. Вы обратили? Не, ну, протоколы подписали. Протоколы и действительно, протоколы подписали. Кому обращаться?